Всем привет! Несколько месяцев назад я записывала видео о том, что на моем канале подключили монетизацию, я зарегистрировалась в AdSense, порог выплат достиг $10, и AdSense мне автоматически должен был выслать письмо. Но письмо не пришло, прошло 4 месяца, письма все еще не было, и я вам рассказывала о том, как же можно подтвердить свою платежеспособность без заветного письма от AdSense. Ссылочка будет на данное видео в описании. Если кому-то интересно, кто-то столкнулся с такой проблемой, переходите в описание под видео и смотрите ролик, я все подробно рассказываю. Итак, прошло 4 месяца, которых я ждала данное письмо. И вот прошло еще 6 месяцев, и наконец-таки письмо от Google AdSense пришло. Это радует. То есть я хочу сказать о том, что вы не переживайте, не волнуйтесь, все равно ваше письмо придет, нигде оно не затерялось, а просто идет очень долго. И придет оно в любую точку мира. Я данное письмо еще не открывала, хотела сделать это при вас, не знаю, что там должен быть пароль. Вот. Но мне все равно подтвердили уже как бы без данного пароля. Сейчас мы откроем данное письмо. Посмотрим, что же там у нас в этом письме внутри находится. Так, значит, внутри ничего нету, внутри бумажки никакой нету. Вот видите, ничего не выпадает. Однако, внутри вся информация написана на самом конвертике вот этом вот, который я сейчас открою. Что же здесь находится? Ваш персональный идентификационный номер, пин-код от Google AdSense. Значит, здесь написано по шагам, что нам необходимо сделать. Значит, открыть страницу Google AdSense, войти в свой аккаунт, нажать на значок настроек, выбрать настройки. В разделе «Информация об аккаунте» нужно подтвердить свой адрес. Значит, и в открывшемся окошке нужно ввести свой пин-код и затем нажать «Отправить». Вот такую бумажку с шестизначным номером я ждала год. То есть, представьте, 12 месяцев, вся длилась эта канитель. У меня детский контент, у меня два канала детского контента. Помимо своего основного канала, я веду каналы детей. Изначально у меня не стояла цель какого-то заработка на YouTube, то есть каналы были созданы для детей, по их желанию, по их инициативе. Однако за год, то, что вот шло данное письмо, ни один, ни второй канал не набрал необходимый порог выплаты в $100, чтобы можно было вывести данную сумму. Безусловно, снимайте, безусловно, занимайтесь контентом, ищите свою нишу в YouTube, у вас обязательно все получится. С детскими каналами чуть сложнее, однако тоже, если у вас есть возможность вкладывать в свой канал определенную сумму денег, чтобы канал развивался, чтобы канал шел дальше, вперед, активно набирал просмотры, благодаря которому именно и начисляется сумма денег, то, конечно, безусловно, вперед. Я желаю вам только удачи. Ну, а данным видео я просто хотела рассказать о том, что не переживайте, письмо обязательно придет. Через год, через два, через три, но оно придет. И еще раз повторюсь, если письмо не пришло в течение 4 месяцев, переходите в описание, там будет ссылочка на видео, где я подробно рассказываю, как, каким образом можно подтвердить свою платежеспособность, свои платежные данные без вот этой вот бумажечки, без вот этого вот письма. Всем пока и до новых встреч!